Доброго времени суток всем, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Как видите, в Сибири помаленечку вступает в свои права весна. Но еще ничего не зеленеет. Вот помаленечку только травка. Ну и вот дичка у нас. В этом году, к сожалению, вот только как прибыла. Вот он, ваш долгожданный. Всем привет. Михаил передает всем привет. Вырос уже выше меня. Свои заботы. Учимся. Ну ладно, речь не об этом. И вот я, как уже сказал, водичка у нас в этом году, увы, но не так прибывает. Раньше прибывала, кто давно подписан на канал, вот до вот этих вот ступенек. А здесь в этом году он, как видите, только дошла. Ну и у нас, как уже вы поняли, начался сезон рыбной ловли на вот такую вот снасть. Это снасть у нас называется, кто не видел, катиска. На канале видео есть, как я ее делал в прошлом году, что вот это вот изобретал, что вот это вот изобретал. Больше я ничего не стал делать, думаю, эти еще сезон отслужат. Ну а там уже будем думать, что и как будем, какие делать. Но я думаю, точно такие же сделаем, только немного поменьше. Эти снасти себя очень хорошо зарекомендовали, ловили абсолютно всю рыбу и практически весь сезон. Как речка была полноводная, так и он в том месте, оставалась она за кустами. То же самое мы ее ставили, что вот эту катиску, что вот эту катиску. Они все равно ловили рыбку. После чего вот эта у нас катиска отдыхала, а вот эта вот маленькая у нас ловила еще ротанов. И была с лучшей точки зрения только. Эти кубари я ставить не буду в этом году, так как, я думаю, смысла не вижу. И на них, если что, буду рыбачить где-нибудь на желтенького карасика уже в этих, на озерах. Так как с катиской я рад бы еще, конечно, порыбачить на ее, на желтого карасика, но, увы, проблематично это все. На резиновой лодке и тому подобное. Ну все, сейчас, в общем, эксперименты, как говорится, продолжаются. Раньше я в эти катиски ложил приманки. Ну, может быть, завтра и положим. Но сейчас ради эксперимента то же самое. Поставим их в ночь без всякой приманки. Рыба вроде бы как сарафанное радио сообщает, что ловится. И карась ловится, и чебак ловится. Но мы, как помним, по прошлому году в эти катиски ловились чебаки очень хорошо. Которые идут хорошо у нас под квас взрослый. Ну все, в общем, ставим эти катисочки, приступаем. Ну и будем ждать результат. Так, ну и традиционно мы сейчас с вами вот эту большую поставим вот в этом месте, где она у нас с вами и стояла. Ловись, как говорится, рыба большая, еще больше. Мелкую нам не надо. Ну все. Опа. Все, рыба у нас идет на течение с той стороны. Ну вот здесь вот будет, в общем, стоять. А маленькую мы с вами поставим рядом с ней. Вот так вот. Вот здесь вот где-нибудь. А завтра посмотрим, что у них будет. Если за ночь хоть одна рыбка попадет, это уже хорошо будет. Ну и по возможности, может быть, что-нибудь, какую-нибудь прикормку положим. Ну все на этом. В общем, ждем завтрашнего дня. У нас в Сибири сейчас такая весна. На прошлой неделе буквально еще уже некоторые люди в шортах и с голым торсом ходили. Чуть ли не под 30 градусов было тепло. А сегодня с утра пролетал уже снег. Вот такая у нас в Сибири погода меняется. Но мы к этому, как говорится, привыкли. Скоро вот это вот все. Вроде оно, посмотришь, все сухое. А на самом деле сейчас у нас эти все кустарники начнут зеленеть. Ладно, до завтра, в общем. Прежде чем идти проверять наши катисочки, хочу вам показать, что
приобрел я в очередной раз от торгового дома «Арктика». Заботимся о своем питании. Прежде всего, о горячем питании. И на сайте этой «Арктики» есть много чего интересного. Я вот по мере возможности приобретаю. В этот раз пришел вот такой вот термос для еды с контейнерами. Вот такой вот. Так, здесь брошюрка с ним идет, рекламка своего рода. Вот, когда вы приобретаете, я вот всегда обнаруживаю такую вот брошюрку, где можно ознакомиться не только на сайте, а вот воочию. То есть у нас с вами есть изотермический контейнер, мы вот брали, затем термос УАЗик на 2,2 литра. И также термос у меня небольшенький есть, чуть меньше. Что-то его здесь не вижу. На 1 литр. Может, просто не той краской покрашен. Ну, в общем, вот такие вот дела. Здесь своего рода крышка будет служить нам чашечкой. И вот такие вот контейнеры. Здесь вот запасное идет уплотнительное колечко. Сюда вот мы будем какую-нибудь с вами пищу складывать. Этот ремешок контейнеров здесь у нас 3 штуки. 2 вот таких вот маленьких и один вот такой вот побольше. Внутри все железное. Так, достаем. А здесь видим сюрприз. Вилочка и ложка. Чтобы на тот случай, если вдруг забудем. Так что теперь на охоте, на рыбалке или просто на активном отдыхе мы с вами будем с горячей пищей. Что не есть маловажного. Горячее питание на свежем воздухе, когда, допустим, едешь ты ненадолго, чтобы не готовить ничего, дома заправил данный термос и со спокойной душой поехал. Ну все, а теперь идем и проверяем наши катисочки. Ремешочек не положим, чтобы не потерять. Смотрим, что в них попалось. Но я думаю, в любом случае что-то будет. Хотя в этот раз мы с вами ничего для прикормки не ложили. Так. Ну все, идем. Вот такой вот у нас сегодня прекрасный солнечный весенний денек. Вооружился я вот таким вот делом. Вот это вот крючок такой. Как бы сказать, мини-багор. Пишите в комментариях, для чего он служит в сельском хозяйстве. Ну и вот такой вот ящик взял под рыбу. Видео у нас сегодня пойдет о том, как мы будем проверять наши катиски. Обещал я вам проверить их на утро, но в силу своей занятости этого у меня не получилось. Поэтому катиски у меня простояли. Что получается, вот сейчас будет вечер, ровно 2 суток, как они у меня стоят. Ну и сейчас посмотрим, что у них попалось. Вон он, поплавок. Сейчас будем доставать. Вроде что-то бьется. О, рыбку вижу. Вон она, рыбку вижу. Ёлки-палки. Представьте, ничего не было.
И столько рыбы попалось, а? Обалдеть, и окуни, и чебак-то хороший. Так, мелюзгу вот эту вот побыстрее надо, чтобы уплыла. Иначе погибнет. Вот это да. Вот это улов. Так, ну что, будем вытряхивать. И чебак он-то хороший. Ого-го-го-го. Так, аккуратненько. Так. Быстрее высыпаем и убираем вот этих вот маленьких. Снова проволочка оторвалась, отломилась. Опа. Так, ну я сейчас это все дело отпущу, чтобы не занимать ваше драгоценное время. Представляю, что будет твориться сейчас вот в этой, в большой. А так, живцы классные прям, своего рода. Так, плывите, растите дальше. Вот, как видим, все уплыли. Это хорошо. Ну вот, считай, за двое суток вот такой вот результат. Я считаю, неплохой. То есть просто в такую вот пустую катиску рыба лезет. Сейчас посмотрим, что у нас в этой будет катисочке. Так, ну то же самое. Благословесь отпускаем. Пускай удит рыбку дальше. Так. Сейчас то же самое. Отпустим мелюзгу. Я считаю, что вот этот вот чебачок само то. Одни самцы почему-то. Икреной рыбки не вижу. Окуньки тоже вот хорошие. В общей сложности вот у нас сколько рыбки осталось. Есть и большие, чуть поменьше. В общем, десятка, может быть, 2-2,5. Окуни также вот преобладают. Ну все, проверяем вторую катисочку. Что нам она покажет? О, наш этот заелился шнурок. Ох, ёлки-ты-палки! Ничего себе! Ё-моё, я её даже поднять не могу. Ой, я её даже поднять не могу. Представляете? Обалдеть просто! Я её даже поднять не могу. Рыба кипит. Очуметь! Вот это да! Я её поднять не могу. Что делать? Что делать? Ё-моё, что делать, а? Я её поднять не могу. А
Обалдеть. Вот это да. Что делать-то? А чё мне? Может так попробовать? Получится, не получится. Ох, ё-моё. Гнется. Гнется. Вот это да. Вот это улов так улов. Ничего себе. Наверное, к берегу тогда пойдем. Вот так вот помаленьку. Вот это да. У меня не было еще такого, чтобы я его поднять не мог. Очуметь. Очуметь. Это просто очуметь. Нифига себе. Фу. Вот это нифига себе. О. Хоть бы веревка выдержала. Не-а. Не могу. Не могу. Вот это, да? Улов так улов. Ё-моё. Очуметь. Фу. Фу. Надо вон там выкатывать ее как-то. Цепляется где-то. Чего-то. Очуметь. Вот это ее попалось. О. Это просто офигеть. Ой. Так, я ее пока вот эту вот отпущу, выберу, чтобы она не уснула. Ну что, уважаемые зрители, вот я освободил нашу котиску от рыбы. Я, конечно, в шоке от такого улова, без всякой приманки. То ли, может быть, на ход рыбу угадал, то ли бог знает, не знаю. Но в таких количествах и за такое короткое время она меня ни разу не ловила. В общей сложности дотащил я его до берега, как видели. Там кое-как ее перевернул на бок. Ей, конечно, досталось. Он разлезлась. Ну, это не ржавейка. Не нержавейка, а цинковка некачественная. Открыл вот эту вот дверцу и, в общем, выпустил большую часть. Иначе бы я с ней просто не справился. Так что я в шоке, конечно, от нее. Как она ловит. Продолжаем также устанавливать ее. Теперь буду проверять каждый вечер после работы. Всякое может быть. Может быть, просто на ход рыбу угадали. Но мне другого просто в объяснении сказать не могу. Почему столько много рыбы было? То ли ход рыбы такой был большой, то ли это. Ну вот она в метре стоит. Не сказать, что много попалось. А именно вот здесь вот почему-то прям
Достать я даже не смог, сил не хватало. Ну все, устанавливаем ее на место. И ловись, рыбка, большая и маленькая, нам и добрым людям. Ну все, до завтрашнего вечера пускай стоит. Завтра посмотрим за сутки, что будет у нее. Больше на двое суток не будем оставлять. Но сейчас пойдемте покажу, сколько удалось добыть сегодня рыбки. Вот столько вот. Хорошее, я думаю, 15-литровое ведро вышло. Вот таких вот ядреных чебачков. Кто-то ее называет плотву. Ну все, пойдемте перебирать. Солить будем. По возможности, я думаю, даже подкоптим половинку. Конечно же, все буду делать вместе с вами. Ну все, спасибо большое всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много нового и интересного. Всем всего доброго и до новых встреч. Где-нибудь на рыбалке. Ну или хорошие, если проверки будут, я обязательно включусь и покажу вам, какие они мне были.